записывать. Пошел в такой коробочке. Инструкция есть, но на английском. Ну, как бы это не столь важно. В комплекте идет шнур для зарядки. Сам шланг для подключения к велосипеду. Насос. В таком чехольчике. В общем, такой достаточно плотный. С завязками. Несколько насадок. Иголка для мяча. Для надувных матрасов. Насадка. Ну, такая вот коробочка. Насос. Насос как бы китайский. Вот, но вроде как собран добротно. В чем его особенность? Он электрический. То есть как... Так, чтобы включить насос, нужно нажать на кнопочку Unit. Вот тут отображаются цифры. Вот несколько раз нажимаем, выбираем нужную единицу измерения. Вот и выставляем нужное значение. Сейчас покажу на примере большого колеса, как нужно качать и как это быстро происходит, какие усилия я потрачу. Или атмосфера, или ПСИ, килограмм на сантиметр, в зависимости от того, как хотим накачать. То есть кнопки плюс-минус задают необходимое давление. То есть насос сам выключается. Вот сейчас покажу на примере, как можно его накачать с помощью его колесо. Для частоты эксперимента колесо полностью спускаем. Колесо полностью спущено. Задаем необходимые параметры. 50 PS. Подсоединяем насос. Видим тут значение 0,0. И нажимаем. Накачал до нужного
значение и отключен самостоятельно. Отсоединяем насос, вводим сжатие. Все. И нажимаем на кнопку. Выставляем нужное нам значение и нажимаем на кнопку старт. Насос начинает работать. По достижению нужного значения он устанавливается и выключается. Гнездо зарядки и питание. Теоретически возможно использовать как Powerbank для сотового телефона, для смартфона.